Салам алейкум ва рахматуллахи. Хочу поделиться с вами, братья, с одним из близких мне народов на Кавказе. Это кабардинцы. Я с ними уже, у меня есть близкий брат, я с ними уже 15 лет знаком. Очень хороший народ. Мы очень близко общаемся уже давно. И буквально вот недавно со мной произошла неприятность такая. Я под Ростовом ехал, у меня вылетели два колеса задних ночью. Простоял до утра, подъехали две фуры, тоже братья из Кабарды. Втроем они были. Предложили помочь, переоделись. Молодцы, вообще мне пальцем не дали ничего дотронуться. Сами все сделали, поставили меня на ход. Проводили в добрый путь. Пусть Аллах воздаст им благом. Все мусульманам, братья, иншаллах. Хочу рассказать стихотворение, которое написал для них. Салам алейкум, Кабарда. Салам алейкум, братья. Всегда рад видеть вас, друзья. И рядом быть я счастлив. С тех пор прошло немало лет, как стали мы знакомы. Адык, он гордый человек, но в то же время скромный. И мужеством богаты вы, сильны и благородны. И 101 тяжелых лет боролись вы, не дрогнув. Шахидов ваших пусть простит Аллах по милой воле. И души их вознаградит в объятиях райских гурий. Амин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.